В активную фазу прививочная кампания против гриппа вошла в октябре. На протяжении 2 месяцев у белорусов была возможность оснастить свой организм дополнительной защитой и сделать прививку. Порядка 40% брещан решили такой шанс не упускать. В Бресте привито 114 034 человека, что составляет 40% от общей численности населения города Бреста. За счет средств предприятия организации привито 21 422 человека, что составляет 7,5%. В Брестском районе привито 14 105 человек, что составляет 40% от общей численности населения. За счет средств организации предприятия привито 2 656 человек, что составляет 7,5% от общего количества жителей Брестского района. Массовая вакцинация завершена 1 декабря, однако если человек не успел сделать прививку, то ничего невозможного нет. В поликлиниках по месту жительства на платной основе вакцинироваться можно еще на протяжении месяца. Сезонный рост заболеваемостью ОРВИ и гриппом, как правило, приходится на конец января-февраль. Для выработки иммунитета нужно порядка 2 недель. Стоит отметить, прививка важная, но не единственная защита от недуга. Мы должны спать 7-8 часов в сутки, как можно больше гулять на свежем воздухе, активно заниматься спортом, физическими нагрузками, зарядкой, дыхательной гимнастикой, хорошо питаться в рационе. Рацион должен быть сбалансированным, с большим количеством фруктов и овощей, которые содержат витамин С, это квашеная капуста, лимоны, апельсины, перец. В настоящее время эпидситуация по гриппу и ОРВИ в Брестском регионе благополучная, однако по-настоящему ненастная погода, вероятнее всего, еще впереди. Проявлять беспечность не стоит. А если симптомы болезни уже дают о себе знать, визит к терапевту ни в коем случае нельзя откладывать в долгий ящик.